Всем любителям фантастики и современных технологий в Сити Молл. Там открылась выставка роботов и трансформеров. Фигуры самых популярных персонажей комиксов, фильмов и мультсериалов про автоботов двигаются и разговаривают. В царстве роботов побывала моя коллега Ксения Куценко. Попадая сюда, ты словно оказываешься в кино. Всех известных трансформеров и роботов собрали в одном месте. Основной персонаж всех мультсериалов, комиксов, фильмов о трансформеров – Оптимус Прайм. Это бессменный лидер автоботов, самый благородный робот, который сражается ради защиты планеты Земля и спасения слабых. Планету Земля в покое, потому что я иду за вами. А рядом его союзник – Бамблби. В отряде Оптимуса Прайма он самый молодой, однако по праву заслужил звание самого ловкого разведчика и отважного бойца. Эти качества помогают ярко-желтому роботу выигрывать схватки. А главный враг – Мегатрон в другом конце зала. Устрашающий вид лучше любых слов говорит о намерениях злодея – установить свое господство во вселенной. Фильмы о трансформерах любят и взрослые, и дети. Вот и московские конструкторы вдохновились идеей автоботов, создали выставку. Все они большие и тяжелые, и, кстати, сделаны вручную. На создание выставки по времени ушел год. Все фигуры созданы из металла, из пластов целых металла, из каких-то запчастей автомобилей, от запчастей самолетов. Даже есть запчасти от огнетушителя. Это все бывшее в употреблении. У них глаза светятся, датчики движения. Звездные войны, робот по имени Чаппи, живая сталь, герои фильмов о трансформерах. Каждый мальчишка здесь обязательно найдет своего любимого персонажа. Мне нравится Оптимус Прайм, Бамблби, потому что они большие. Ага. Они спасают мир. Мне нравится Бамблби, потому что он желтый и потому что он гоночная машина. Ну, у него рука получается в автомат. Чаппи – робот-полицейский, который помогает людям. Он работает в полиции и ловит преступников. Мой любимый – Оптимус Прайм. Ну, потому что он самый главный. И потому что он самый сильный. Самые частые посетители выставки – папы с сыновьями. Они с удовольствием фотографируются рядом с каждым роботом. А на табличке около фигур есть описание персонажа и его суперспособностей. Кстати, о них. Есть у организаторов выставки сюрприз для всех гостей – аттракцион «Виртуальная реальность». Уже на один билет входит одна игра бесплатно. Да, человек одевает очки, он оказывается в виртуальной реальности. Уже не, как он здесь, тело здесь, а мозг там, голова там. И обман происходит, зрение, ощущений. Познакомиться с железными героями фильмов и комиксов можно будет до 1 июля. Выставка открыта на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Сити Молл». Стоимость билета для взрослых – 1200 тенге, детям – 1000. А малышам до 4 лет вход бесплатный. Открыта необычная экспозиция каждый день с 10 утра до 10 вечера. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.